Если твои усилия слабы, скорее всего, ты думаешь не о возможностях, а об обязательствах. И когда люди спрашивают меня, как я остаюсь постоянно на взводе, как мне удается всегда быть в тонусе, заряженным, даже в сложных ситуациях, даже в окружении всех этих хитров, которые пытаются сломать меня, порвать меня на части. Все дело в том, что я всегда смотрю на возможности. Каждый день я выискиваю возможности и не зацикливаюсь на обязательствах. Я не думаю о вещах, которые должен делать, которые меня кто-то заставляет делать. Каждое утро я просыпаюсь и думаю, я жив! Вот он мой день! Вот она новая возможность! Если ты хочешь добиться чего-то, чего у тебя никогда не было, если хочешь заниматься тем, чем не занимался, если хочешь стать тем, кем не был, измени свои мысли. Усилия станут гораздо сильнее, когда ты будешь думать «Отлично! Вот он мой шанс в жизни!» В каждую возможность ты должен с жадностью вгрызаться зубами. Oh, what a great race. It wasn't about times, it was about places. Morozov going